Сегодня в нашей программе вы увидите. Зомби-апокалипсис уже наступил. Ведьмы, упыри и зомби вышли на улицы больших городов. Хэллоуин – это не праздник. Хэллоуин – это извращение нашего сознания. Почему кельтский праздник Хэллоуин входит в моду? Этот праздник очень хорошо лег, скажем, в тренд развития розовости, голубизны, вампиризма. Кто придумывает сценарии сатанинских карнавалов? Это еще одно из орудий или механизмов вот этого империализма глобального в американской подаче. Мы раскрываем самые страшные тайны Хэллоуина. Следующая остановка. Тридцать первое октября 2015 года. Санкт-Петербург. Короче, тут вот зомбаки все собрались. Собрались. Ночью на улице северной столицы вышла армия зомби. Мы будем убивать. Чем отличается обычный зомби от панк-зомби? Ничем. Мы выживаемостью. Зомби-моб. Так официально назывался парад хэллоуинской нечисти, хорошенько прошелся по Питеру. На Домской улице мертвецы дали решительный бой ряженым в костюмы американских солдат. Все остались довольны. А в это время к зданию аэропорта Пулково люди несли цветы и детские игрушки. Утром над Синайским полуостровом разбился самолет с туристами из Санкт-Петербурга. Это не укладывается в голове, но в клубах Питера в ту ночь, как ни в чем не бывало, праздновали Хэллоуин. Смотрите сами. Люди веселятся на полную катушку, изображая из себя мертвецов, оборотней и вампиров. Хэллоуин – это не праздник. Хэллоуин – это извращение нашего сознания, притупление нашей сострадательности. Эзотерики считают, что в дни Хэллоуина на свободу вырываются темные силы. Хэллоуин – это беснование, это хаос. В той подаче, которая у американцев существует в политике, например. Туда, куда вносят Хэллоуин, там начинается растление душевное. Но под чью же дудку пляшет хэллоуинская нечисть, если она действительно существует? По Санкт-Петербургу маршируют зомби. На Московские улицы выходит смерть с косой. В Нижнем Новгороде восставшие из ада нападают на людей. Этот праздник на букву «Х», он вот... как бы сказать, вошел в наши дома, и с этим, как бы сказать, все смирились по большому счету. Белорусский блогер Максим Бичахчан прошелся по Минску и поколедовал по-американски. Поняли его не все. И вы знаете, что такое Хэллоуин? Ну, конечно же. Вот, мы поздравляем с этим праздником, мы просим у вас что-нибудь, конфеты, что-нибудь вот. Конфеты, капусту возьмете. А на Украине, например, Хэллоуин стал чуть ли не национальным праздником. Напрочь забыв о своих родных рождественских колядках, украинцы наряжаются в костюмы европейской нечисти. И почему-то самым популярным персонажем вот уже несколько лет остается здесь зомби. Это киевские зомби. Оказывается, в Чернобыле
под землей остались люди. Подвальные помещения. Подвальные помещения остались люди. Они превратились за это время в зомби. Ну, они живые, но инстинкты у них сохранились есть и охотиться. А это Харьков. В едином порыве вышедший на хэллоуинский карнавал. Здесь тоже зомби-апокалипсис. Посмотрите, на Майдане люди вели себя точно так же. Прыгали и бесновались. Вот только вместо томатно-высокой красной краски там проливалась настоящая кровь. Человек начинает заигрываться со смертью и излишне использовать различные стрессовые механизмы, использовать различные нарушения в этике, в морали. А это все чревато, опять же. Вседозволенность начинает опьянять. И сначала это игровая линия, как будто бы. А в стрессовом событии, когда разум будет отключен, да, и паническое состояние запросто уже может включиться воистину. То, что натренировано годами во время Хэллоуина. Хэллоуин идет по миру, как опасный вирус. Если в 50-е годы о нем знали лишь в англосаксонских странах – Америке, Ирландии, Великобритании, то сегодня даже сдержанная Япония каждый год играет в зомби-апокалипсисы и устраивает сатанинские шабаши. Психологи говорят, популярность хэллоуинских карнавалов легко объяснима. Людям нравится примерять на себя запрещенные маски, почувствовать вседозволенность и хотя бы на время стать не такими, как все, иными. Есть тема инаковости. И вот эта тема инаковости хорошо совпала с тем, что сейчас в западном мире происходит с гендерной, с половой инаковостью. И поэтому этот праздник очень хорошо лег, скажем, в тренд развития розовости, голубизны, вампиризма, как инаковости тоже. Потому что оказалось, что все эти силы и все эти существа вроде бы как вполне себе прилежащие к миру человека, но другие. Все это вот стало приобретать, чем дальше, тем больше равные права. В 1970 году в Нью-Йорке прошел первый гей-парад. С тех пор такие акции устраивают ежегодно. Но если раньше это были не парады, а демонстрации, где люди боролись за права когда-то притесняемых меньшинств, то сегодня это пропаганда разврата и вседозволенности в чистом виде. Вот, пожалуйста, вам Европа. Обратите внимание на этих людей. Это все, хана Европе. Вот. Вот дьявольское отродье. Вот, пожалуйста. Вот что они сделали с немцами. О мировом демографическом кризисе не вспоминает только ленивый. Рождаемость катастрофически падает. Экология делает людей бесплодными. А пропаганда гомосексуального поведения порой не оставляет людям никакого выбора. Жить смогут только те, кто сможет быть эффективными и репродуктивными. Если... А те, кто не будут репродуктивными и эффективными, те сгинут, просто вымрут и все. Ну вот, собственно, Европа и умирает. Борцам за толерантность не стоит забывать еще один факт. Сегодня гей-культура – очень прибыльный бизнес. Выручка одного только берлинского парада в 2016 году составила 177 миллионов евро. А теперь посчитайте, сколько денег зарабатывает Европа и Америка, регулярно устраивая вот такие грандиозные шоу. Это еще одно из орудий или механизмов вот этого империализма глобального в американской подаче, чтобы развратить земной шар. Точно так же, как ЛГБТ-сообщество.
там вот эти гей-парады, а Хэллоуин – это того же плана воздействия на сознание людей, как вседозвольность. Вот я выбираю, я что хочу, то и делаю, что хочу, то и выбираю. Популярный лозунг «Моя жизнь, мои правила» впервые прозвучал именно во время гей-парада, а потом стал официальным девизом гомосексуалиста. А теперь посмотрите на эти фотографии. Автолюбители вряд ли знают, что на самом деле означают эти слова. Просто гонятся за модой. Так же происходит и с Хэллоуином. Все начинают праздновать, потому что это модно, потому что это используется в рекламных целях и легко навязывается людям. И с другой стороны, да, то есть вот тот же самый пиар, те же самые блогеры, те же самые вот средства желтой коммуникации, они рассказывают о том, что как это здорово, как это прекрасно. Если вам будут говорить, что Хэллоуин является древним кельтским праздником, не верьте. Это всего лишь коммерческая легенда. Хэллоуин в том виде, который существует сегодня, родился в Америке, на рынке массовых развлечений. Вы сегодня откроете интернет, а опять этот праздник на букву «Х», ведь кто чего пишет? Ну, опять-таки, ищут какие-то исторические корни, не пойми где и не пойми зачем. Это чисто коммерческий продукт, причем не связанный ни с какими кельтами, ни с какими. Это чисто навязанный продукт. От древнего кельтского праздника Самайна, которым прикрываются пропагандисты праздника, осталась лишь дата. Ночь с 31 октября на 1 ноября. И традиция делать фонарики. Правда, кельты делали фонарики из репы. Тыкву Джека придумали тоже в США. Хэллоуин – это, безусловно, глобалистский проект. Это проект гегемона, который хочет подчинить, поглотить, трансформировать и манипулировать таким образом. Потому что если люди везде пользуются гамбургером, если они везде справляют Хэллоуин, то тогда все то, что скажут там, откуда все это пришло, будет истиной в последнюю инстанцию. Поверить, что веселый карнавал – это, по сути, оружие, с помощью которого Америка пытается заявить о своем превосходстве, сложно. Давайте разбираться, из какого же сора собран Хэллоуин и почему его так быстро внедрили во многие страны мира. А теперь внимание! 6 ноября впервые на нашем канале «Русские булки». Программа-провокация, в которой мы покажем, что такое русский человек за границей, который готов простить дурака, но может и в морду дать, если наглецы распоясали. Раскроем факты русской истории, которую по злому умыслу, а может по скудоумию, так безжалостно переврали немецкие авторы наших учебников Миллер и Шлёцер. Поговорим о том, почему севрюжина и ботвинья, и перепелиные шейки в брусничном соусе во времена Древней Руси были не высокими деликатесами, а просто едой. Покажем, как мы, современники 8-го айфона и рэпера Гнойного, запивая сладкой газировкой сосиску в булке, дожили почти до абсолютного бесплодия, когда и при запланированном-то сексе не передается даже инфекции. Внимание! Будет викторина. Победителя ждет путешествие в загадочный Аркаим. Итак, 6 ноября премьера проекта провокации «Русские булки». Понравится так, что за уши не оттянешь. Жутковатые хэллоуинские шутки заставляют людей кричать от ужаса. Напугать других – это соблазн, идущий из нижних слоев мироздания, из преисподней. Кто правит хэллоуинский бал? Заметьте, все костюмы Хэллоуина – это костюмы Голливуда. И в чем главный секрет популярности Хэллоуина? Когда мы получаем изначально адреналин и страх, да, потом мы это, наоборот, замещаем дальше выпивкой там и всем, да. Перед вами известный американский иллюзионист Рич Фергюсон. В канун Хэллоуина его можно встретить на улицах Нью-Йорка, где фокусник профессионально пугает прохожих.
А это актер немого кино Лон Чейни, исполнитель роли графа Дракулы. В 1927 году в Америке вышел первый фильм ужасов – вампирская сага «Лондон после полуночи». Картина оказалась настолько успешной, что собрала в прокате около 500 тысяч долларов. По тем временам крупная сумма. И сразу стало понятно – это золотая жила. Фильмы в стиле хоррор давали хорошие кассовые сборы. А персонажи ужастиков с экрана переходили в реальную жизнь. На них-то и была сделана главная ставка. Граф Дракулы в 21 веке по-прежнему щекочет нервы и заставляет визжать от ужаса. А значит, приносит неплохой доход. Что Хэллоуин, да, что американские горки, опять-таки отмечу американские, да, вот, это дает быструю эмоцию, вот, эмоцию той же секунды, и когда мы получаем изначально адреналин и страх, да, потом мы это, наоборот, замещаем дальше выпивкой там и всем, да. Мало кто обращает внимание, что вся хэллоуинская нечисть – новодел, из которого растут многометровые голливудские уши. Фредди Крюгер, Франкенштейн, зомби, привидения, ведьмы, убийцы произведены на фабрике грез. Заметьте, все костюмы Хэллоуина – это костюмы Голливуда. Франкенштейн, чертики, зомбики и так далее. А это говорит о том, что это вообще свежак. Это свежак 20 века. В лучшем случае свежак появления кинематографа. Вот так. Герои американских ужастиков стали масками хэллоуинского карнавала. Эксперты предлагают обратить внимание на коммерческую составляющую праздника. Ежегодно Хэллоуин приносит Америке 10 миллиардов долларов чистого дохода. Начнем с того, что это обычный коммерческий проект, который, как всегда, раскручивает наша великая держава Соединенные Штаты Америки, которая, извините за выражение, да, получает огромные доходы от продаж, будем говорить, сладкого, как вы догадываетесь, да, они у нас умельцы в этом отношении, и в том числе продажи вот этих вот нарядных костюмов, с которыми мы с вами сталкиваемся сплошь и рядом, да, на вот этих вот дискотеках. Причем только кондитерские компании, изготавливающие хэллоуинские сладости, выручают до 2,5 миллиардов. Давайте посмотрим, за что платят американцы. Перед вами хэллоуинские конфеты. Руки, ноги, зубы, глаза. На вид страшные. А что внутри? Они, кстати, достаточно естественно выглядят. Так я ем глаз. Не побаловался, не съел. Мне вообще не понравилось. У них, в принципе, нет никакого вкуса, как желешку какую-то жуешь. Какой-то даже химический вкус. Вот в таком магазине ужаса рядовой американец оставит перед праздником от 100 до 300 долларов. Вот они, скелетики пошли. Сколько стоит здесь скелетик в полный рост? Так, он стоит 50 долларов всего. Черепа, кстати, у них челюсть. Череп стоит 13 долларов. Ой, можно вот собачку, бульдога. Да еще и бесплатную рекламу сделает, выкладывая селфи и видео в интернет. Но это еще не все. В эти дни обычные американцы превращают свои дома в склепы и кладбища, что тоже выливается в копеечку. Миниатюрное кладбище. Скелет собаки гонится за скелетом. Кошки, кошка за скелетом мышки. А вон вороны на крыше, вороны искусственные. Хозяева вышли с севера. Ага. Табличка осторожно, типа. Зомби аутбрейк. Американцы придумали, как зарабатывать большие деньги, эксплуатируя низменные инстинкты. В середине 50-х годов прошлого века в Америке появляются сразу два уникальных коммерческих проекта – «Фастфуд» и «Хэллоуин».
Гениально продуманная франшиза в сфере быстрого питания подсадила на гамбургеры и газировку сначала Соединенные Штаты, а затем и весь мир. Американский Хэллоуин стал такой же продаваемой франшизой, но в сфере массовых развлечений. По большому счету, это тот же Макдональдс, но только это бесплатная франшиза, которая гуляет по всему миру. О вреде американского фастфуда знают даже дети. А чем опасен Хэллоуин, догадываются немногие. Оказывается, сильные ощущения, которые испытывают люди во время Хэллоуина, действуют как наркотик. Остановиться невозможно. Оказалось, что Хэллоуин – это уже не один день в году, а Хэллоуин forever, по сути дела, потому что Хэллоуин на каждый день. Вот, потому что инаковые есть каждый день, инаковость – это нормальный феномен. Знакомьтесь, зеленый купорос. А в обычной жизни студент из Петербурга. Вот только жить как все ему неинтересно. Хочется быть иным, разбить гитару уличному музыканту, прыгнуть на капот припаркованного автомобиля, станцевать на стойке бара и обязательно выложить подвиги в сеть. И таких множество. Раньше люди переодевались в костюмы нечисти, чтобы отпугнуть темные силы. И добро всегда побеждало зло. Сегодня Голливуд предложил другой сценарий. Примерь маску зла. Стань режиссером в стиле хоррор. Устрой фильм ужасов соседу. В хэллоуинские дни агрессия всегда направлена на человека. Посмотрите, как веселится Европа. От такого можно заработать сердечный приступ. А это Япония. И снова кошмар в лифте по мотивам популярного голливудского блокбастера. Это небезопасная вещь. Это, так сказать, напугать других – это соблазн, идущий из нижних слоев мироздания, из преисподней. Вот еще собрать урожай, еще найти своих жертв. Но пугаем сейчас, и этот страх останется с человеком, может быть, до конца жизни. И он будет с этим страхом жить. А это крючок, за который цепляют и тащат в преисподнюю. Когда главная цель – запугать, все средства хороши. Например, этот розыгрыш несколько лет бьет рекорды популярности. Я Хабиби! «Араб с бомбой», как настоящий блокбастер, обрастает новыми сериями и тысячами просмотров в интернете. Ведь сюжет взят из жизни. Правда, в реальности это совсем не смешно. Специалисты отмечают опасную тенденцию. Все чаще хэллоуинские розыгрыши эксплуатируют природные страхи людей и при этом сильно ранят психику. Как правило, пранкеры действуют по классической формуле, фактически повторяя сцены из голливудских ужастиков. Такие шутки имеют самые серьезные последствия, ставя под угрозу психическое здоровье. В Америке Хэллоуин празднуют почти месяц. Только представьте себе, сколько за эти дни летит бутафорских голов и проливается искусственной крови. Вроде бы в шутку. Существует печальная статистика. Ни один Хэллоуин не обходится без человеческих жертв.
Очень много преступлений совершается в этот период и после этого дня. Потому что человек вошел в раж. Все, он почувствовал, что он там сильный нечистый дух, и его начинает крутить и мутить. Люди, увлекаясь, не понимают, что они заигрывают с определенными реальными силами. Небезопасно уподоблять себя всякой нечисти, потому что эта нечисть, она рядом. И она может войти в человека энергетически и информационно и заставить человека действовать неадекватно. В 2005 году в Калифорнии 19-летний Уильям Фраунд, нарядившись в черный плащ и маску, отправился убивать. Его жертвами стали несколько человек, которых, как выяснило следствие, он до этого даже не знал. Закончилась кровавая бойня самоубийством. Следователей поразил тот факт, что юноша совершал преступление на трезвую голову. Следов алкоголя или наркотиков в крови не нашли. В 2016 году в американском городе Сан-Антонио человек в костюме Фредди Крюгера так вжился в роль, что открыл стрельбу и тяжело ранил 4 человек. Эзотерики считают все это результат поклонения темным силам. С энергетической точки зрения, когда человек всю ночь проигрывает роль убийцы, демона, дьявола, мертвеца, зомби, мало того, готовится к этому заранее, выбирает костюм, грим, то в его сознании происходит перерождение. В его сознании открываются ворота к тому, что он может запустить эту энергию, этих сущностей, которые все-таки существуют, в свой мир. И дать свое тело для проживания уже нечеловеческой натуры. Несмотря на то, что власти Америки говорят о светском характере Хэллоуина, он все-таки имеет мистическую подоплеку. Не зря же американская церковь Сатаны официально объявила его своим главным праздником. А теперь информация для любителей загадочных путешествий и приключений. 6 ноября на нашем канале состоится проект-провокация «Русские булки», в ходе которого самый внимательный зритель получит возможность вместе с нашей съемочной группой поехать в экспедицию в загадочный доисторический город Аркаим. Правила просты. Чтобы отправиться с нами в путешествие, необходимо правильно ответить на вопросы, которые я буду задавать по ходу нашего эфира, и быстрее всех прислать их на сайт prokopenko.tv. Вопросы трудные, но ответы на них будут в наших фильмах. Поэтому поехать в Аркаим сможет не только самый подкованный в русской истории, но и самый внимательный зритель. Итак, 6 ноября на нашем канале проект-провокация «Русские булки». Шанс выиграть поездку в загадочный Аркаим в этот день получит каждый. Следите за эфиром. Эзотерики заявляют, кубанские людоеды – чудовищные последствия Хэллоуина. Если человек в течение ночи играл какую-то сюжетную линию, сценарий, в результате перегородка между правильным и неправильным протаивает. Почему Хэллоуин называют самым опасным днем в году? В этот вечер открывается щель между мирами. И, как и любая щель, она имеет двоякую природу. И зачем сатанинский праздник внедряют в России? Проще всего разрушить нашу страну, да? Это именно вот молодое поколение. Против нее и ведется эта борьба, да? И попытки психотропного воздействия, психотронного насаждения масс-культуры. Краснодар. 11 сентября 2017 года. Дорожные рабочие нашли сотовый телефон. В нем чудовищные фотографии. Селфи мужчины, который держит в руках отрезанную женскую голову. Сначала подумали хэллоуинский розыгрыш, но оказалось, что все происходило на самом деле. Обычная кубанская семья, 35-летние Дмитрий и Елена, сейчас они находятся под следствием, в свободное время убивали и поедали своих жертв. Но самое страшное, что этот случай всего лишь самый резонансный. Каннибализм распространяется по всему миру. Ведь это же почему-то произошло
Почему? Потому что люди позволили себе нарушить очень много категорических понятий, жизненных понятий. Теперь давайте проведем параллель с Хэллоуином. Если человек в течение ночи играл какую-то сюжетную линию, сценарий, он допустил этот сценарий на целую ночь. В результате перегородка между правильным и неправильным протаивает. Пройдет буквально несколько лет, и допустимый сценарий Хэллоуина начнет протаивать в агрессивном поведении. И то, что когда-то было недопустимо, через несколько лет станет допустимо. В Советском Союзе люди не знали, что такое Хэллоуин. Оборотнями и вампирами не интересовались. Внимание было направлено на другие вещи. Увлечение всем американским началось в годы перестройки. Когда в Москве открыли первый «Макдоналдс», люди выстаивали многочасовые очереди, чтобы отведать дешевой американской еды. В это же время начали праздновать и Хэллоуин. Особенно любили проводить иностранные праздники в школах, в рамках знакомства с традициями англоязычных стран. Сегодня, по данным социологических опросов, его празднует каждый 20-й житель России. Магазины, где продаются товары к празднику, на постсоветском пространстве растут, как грибы после дождя. Хэллоуин популярен среди подростков и молодежи. Часто на карнавале можно даже увидеть молодые семьи с маленькими детьми. Специалисты говорят, что это крайне опасно. Единожды показав себя с какой-нибудь там этим окровавленной этой головой и с пилой в руках, у ребенка психику разрушает на всю жизнь. Вот это же никто не понимает. И родителям никто не объясняет. Вот это страшно. А это именно насаждается теми же самыми американцами. Они прекрасно понимают. Проще всего разрушить нашу страну, да? Это именно вот молодое поколение. Против нее и ведется эта борьба, да? И попытки психотропного воздействия, психотронного, насаждения масс-культуры. Каждый месяц в России 15-20 мальчишек и девчонок кончают собой. Культ смерти и клубы самоубийц – результат внедрения заморского праздника, утверждают эксперты. Сейчас ведь очень много в соцсетях, например, клубов самоубийств, где пропагандируется смерть. И, собственно, если культ смерти и в древности очень сильно влиял на сознание человека, вот, то сейчас, скорее всего, под воздействием поп-культуры он возрождается. Но это еще не все. Хэллоуин потихонечку сводит людей с ума. А как еще объяснить поголовную страсть к насилию и бесовщине, если не симптомами психических заболеваний? Ну, это нездоровое явление, понимаете? Ну, нездоровое. Вообще участие вот в таких празднествах, да, с переодеваниями, там, я не знаю, в трупы, в мертвецов, ну, это нездоровость. Это уже расстройство психики, это уже надо лечить, это надо корректировать. И это уже не работа психологов, это чистая работа психиатров. Так что же в эти дни толкает людей на преступления? Больная психика или темные силы? Астрологи говорят, что в календаре есть опасные дни, когда Земля вступает в прямой контакт с космосом. В мифах почти всех народов они отмечены особо. Дни зимнего и летнего солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия являются так называемыми календарными праздниками. И Хэллоуин относится к одному из них. В этот вечер открывается щель между мирами. И оттуда появляются образы и особи, так сказать. И можно провалиться. Вот такая щель между мирами. И, как и любая щель, она имеет двоякую природу и некие опасности. Мало кто знает, что эра фашизма на Земле началась именно на Хэллоуин. 31 октября 1922 года вооруженные отряды чернорубашечников, бойцов национальной фашистской партии Муссолини, вошли в Рим и прошли торжественным маршем перед Королевским дворцом. Спустя 30 лет, уже победив фашизм, человечество получает в свои руки чудовищное оружие. В темные хэллоуинские дни 1952 года проходят испытания водородной бомбы. А в 1961 году на полигоне «Сухой нос» архипелага «Новая Земля» Советский Союз проводит испытательный взрыв 58-мегатонной водородной бомбы. Самой мощной за всю историю человечества.
И сегодня на Хэллоуин происходят настолько ужасные вещи, что кровь стынет в жилах. В Москве горели троллейбусы именно в праздник Пурим, падали самолеты, в разных странах взрывались всевозможные важные объекты. У нас тоже взрывались различные важные объекты. Вот лишь несколько фактов. В 1998 году в шведском городе Гетеборге на дискотеке, посвященной Хэллоуину, вспыхнул пожар. От огня и дыма погибли 63 подростка. Вы не поверите, но в 2014-м трагедия повторилась. На этот раз жертв было в 3 раза больше. 31 октября 2007 года в Тольятти взорвался рейсовый автобус. Погибло 8 человек. Эти кадры сделаны тольяттинским журналистом Дмитрием Блиновым, который оказался на месте событий. Конечно, все страшно. Люди растерзаны. Окровавленные. Одежда вся, как собаки рвали. И снова эзотерики предупреждают. В эти дни заигрывать с темными силами опасно. Они будут требовать жертв. Хэллоуин. Приходят духи. И духи неупокоенные, неугомонные. Приходят духи, и их надо кормить. Чем? Подобным видом энергии. Живой энергии. Отсюда как раз-таки вот такая красной нитью идет ситуация с различными убийствами, да, в праздник Хэллоуина. Вот эта вот линия жертвоприношений, она просто не обозначивается как жертвоприношение, да, в массовой информации. И, наверное, это правильно, да, чтобы не было паники у народа. По числу крупных катастроф и аварий Хэллоуин, безусловно, стоит на первом месте. Крупнейшая в истории железнодорожная катастрофа происходит на Хэллоуин 1918 года. В нью-йоркском метро сходит с рельс пассажирский поезд. Гибнет более 100 человек. 31 октября в разные годы произошли 4 крупнейших авиакатастрофы, в которых погибло более 600 человек. В 1994 году терпит крушение пассажирский авиалайнер, летевший из Индианаполиса в Чикаго. В 1999 Boeing 767, направлявшийся из Нью-Йорка в Каир, падает в Атлантический океан. В 2000 году в китайском аэропорту Чанкайши во время взлета взрывается Boeing 747. А 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом терпит крушение самолет, выполнявший рейс 9268 из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Следствие установило, что на борту самолета сработало взрывное устройство. Посмотрите, это последние секунды перед столкновением с землей. Кадры чудом сохранились в мобильном телефоне, найденном на месте крушения. Самолет разбился в разгар Хэллоуина. Эзотерики утверждают, не случайно. Кому нужна кровь? В Хэллоуине совершенно ответственно сказано кому. Вампирам, убийцам, всевозможной нечисти, да? То есть сатанинской силе. В эти траурные дни Хэллоуин в России отмечали с таким небывалым размахом и остервенением, что даже патриарх всея Руси выступил с публичным заявлением, призывая остановить бесовской карнавал. А теперь информация для моих постоянных зрителей. Дорогие друзья, в славном городе Ярославле 1 декабря у нас с вами творческая встреча. Отвечу на ваши вопросы.
Будем говорить об истории и нашей сегодняшней жизни, о военных тайнах и самых шокирующих гипотезах, о великих заблуждениях и фактах нашей действительности, которые я не всегда могу говорить с экрана телевизора. Итак, дорогие ярославцы, я жду вас 1 декабря в 19:00 в Государственной филармонии. Билеты на сайте yarbilet.rf и в кассах филармонии. Будут новые книги, обменяемся автографами, пофотографируемся, поговорим. Клоуны-убийцы терроризируют Европу и Америку. Как хэллоуинский ужас становится реальностью? Хэллоуин – это часть системы, вот той самой глобалистской, со всей ее инаковостью, с допустимостью зла. И почему россияне не покупаются на голливудские ужастики? Вот Хэллоуин – это еще одна из прививок от некого псевдокультуры западной. Хэллоуин 2016-го Америка и Европа запомнят надолго. Атакой клоунов назвали в СМИ беспредел, который почти полгода творили люди в карнавальных костюмах. Российские туристические фирмы призывали быть особо бдительными, а лучше на время Хэллоуина вообще отказаться от поездок в Европу. Жестокие хэллоуинские розыгрыши клоунов-убийц начались в Америке. Это был глобальный бесчеловечный флешмоб. Участники переодевались в клоунские костюмы и нападали на людей. Руками не трогали, но пугали сильно. Осенью 2016-го кошмар в прямом смысле слова пришел в каждый американский дом. Клоуны-убийцы заглядывали в окна и оставляли на пороге зловещие символы. Вот такие видеозаписи с камер наблюдения приносили в полицию испуганные американцы. Люди требовали защиты, но власти оказались бессильны перед нашествием клоунов-убийц. Ситуация вышла из-под контроля слишком быстро. В середине октября клоуны-убийцы уже вовсю орудовали в Европе. Они были замечены в Германии, Бельгии, Великобритании. Вы только посмотрите, что творилось в праздничные дни в лондонской подземке. В Лондоне клоун так напугал беременную женщину, что у нее начались преждевременные роды. Об этом с возмущением говорили все крупные телекомпании. Но сделать никто ничего не мог. Хэллоуин – это часть системы, вот той самой глобалистской, со всей ее инаковостью, с допустимостью зла. Потому что действительно, ведь мы живем в мире, в котором можно делать чудовищные вещи, если они выгодны. Иногда от страха прохожие сами нападали на клоуна. Посмотрите, у этого человека просто сдали нервы. Ближе к Хэллоуину нападения становятся все более жестокими. Праздник все спишет. В Швеции клоун пырнул ножом 19-летнего парня. А по Америке прокатилась череда разбойных ограблений. Люди стали бояться клоунов. Многие даже испытывали приступы коулрофобии. Так врачи называют панический страх перед клоунами. Но обратите внимание, в 2017-м на экраны вышел обновленный ужастик по мотивам романа Стивена Кинга «Оно».
центральный персонаж – клоун-убийца Пеннивайз. Узнаете? Была ли жестокая игра в клоунов запланированной рекламной акцией нового голливудского фильма? Или этот образ хорошо вписался в очередной хэллоуинский тренд, остается только гадать. Кстати, в России пугаться клоунов люди наотрез отказались. В Санкт-Петербурге накануне Хэллоуина по одному из спальных районов расхаживал вооруженный вантузом персонаж. Его видели по вечерам в скверах, на детских площадках и даже на проезжей части. Питерские автомобилисты хэллоуинскую шутку не поняли, разбираться не стали. Надавали клоуну тумаков, а вантуз от греха подальше отобрали. Что ты творишь? Подожди, не вылезай! Возможно, питерцы просто привыкли, что если и ходят по городу ряженые, то не хулиганят, а помогают людям. Есть работенка для человека Петербурга. Нет, человек Петербург, помогающий городу. Сегодня эксперты дают хороший прогноз. Несмотря на многолетнюю моду на все иностранное, большинство россиян здравый смысл все-таки не потеряли и добро от зла отличают. Вот Хэллоуин – это еще одна из прививок от некого псевдокультуры западной. Именно от всей псевдокультуры западной, от всех этих франкенштейнов, зомбиков и так далее. Не прижился он здесь, не прижился, как жвачка. Вот так. Если мы поголовно перестанем употреблять дешевый вариант западной культуры и вспомним о своих традициях, то гармонии, добра и стабильности в мире только прибавится. А карнавалы в России принято устраивать на Новый год и Рождество. А на сегодня наши шокирующие гипотезы закончены. Если что-то в нашем рассказе вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь. У нас нет задачи вас ввести в заблуждение. Мы лишь хотели показать вам все великое многообразие подходов к истинам, которые пока считаются незыблемыми. Сегодня я с вами прощаюсь, но встретимся мы с вами уже завтра в программе «Самые шокирующие гипотезы», как всегда, в 18:00.